Я родилась в Ташкентской области, в общем-то, благополучной семье. Детство мое, можно сказать, было беззаботным, счастливым, потому что родители делали для нас все возможное, для нашего развития. У нас в семье трое детей, я самая младшая. У меня есть старшая сестра, она математик, сейчас она уже на пенсии. Брат, он физик. Папа у нас преподавал начертательную геометрию, а мама у нас математик, плюс еще дефектолог. У нее два высших образования. Я вообще очень горжусь своей мамой, потому что она даже успела написать книгу по математике для начальных классов, для глухонемых детей. Почему я решила стать врачом? В детстве у меня бабушка, это папина мама, к ней приходили люди, когда у них попадала соринка в глаз. Если медицинским языком это сказать, это инородное тело. И она как-то их как бы убирала. И в один день пришел один дедушка, и она никак не могла найти, что ему попало, и у него страшно дергался глаз. И она позвала меня, мне было где-то 5 или 6 лет, и я увидела эту соринку, вытащила, и они меня очень сильно поблагодарили и как бы благословили стать мне врачом. Сказали, что эта девочка будет доктором. И я так думаю, с тех пор и повелось, что я мне как бы с детства уже внушалась, ты будешь врачом. И все время я и училась, знала, что я стану врачом. А в мое время, это было 1988 год, 87 год, когда в институт поступали, обязательно нужно было иметь стаж. Я в 9 классе пошла работать санитаркой в санатории Чинабад. Проработала там, но я успела проработать год. Ну, мне повезло, я поступила в институт. В 1988 году я поступила на лечебный факультет, Ташкентский государственный медицинский институт. Далее, когда интернатуру я проходила, медсанчасть завода «Ташсельмаш», сейчас его уже нету и завода нет. А после интернатуры я пошла работать в обычную поликлинику. Эта поликлиника находилась на Юсабадском районе, квартал С4, 31-я поликлиника, участковым терапевтом. Участковый терапевт – это, можно сказать, пехота, которая принимает первые бои на себя. А потом у меня супруг мой служил в органах внутренних дел, в МВД. И так получилось, что он получил травму. Была очень тяжелая травма. И когда, естественно, с этой травмой мы ходили в поликлинику МВД продлевать больничные, и в это время я познакомилась с Фирузой Гулямовной Закирова, сейчас она начальник поликлиники МВД. И как-то вот разговорились, и она меня пригласила туда работать. По истечению какого-то времени я действительно туда пошла, устроилась. 5 лет я там проработала участковым терапевтом, я вела центральный аппарат МВД. И после этого они мне предложили аттестоваться. Вот в то время Азим Абдуллаевич был начальником медуправления, аттестоваться. Аттестованная должность была в медотделе ГУВД. И я сюда пришла начальником терапевтического отделения. Это было в 2007 году. Вот. И до 2010 года я проработала начальником терапевтического отделения. Потом мне предложили повышение, заместитель начальника поликлиники по лечебным вопросам. И практически вплоть до 2018 года я работала заместителем по лечебной работе. Ну, дальше у меня опять повышение начальник поликлиники. И во время ковида я стала начальником медотдела ГУВД города Ташкента. Вот после окончания института мы проходили год интернатуры. Я проходила интернатуру в медсанчасти завода «Ташсельмаш». И у нас была заведующая отделением Алла Абдуллаевна, ныне покойная. Вот первый мой наставник – это Алла Абдуллаевна, которая научила как бы лечить, смотреть больных. После окончания интернатуры я поступила на работу в поликлинику. И там также мне вообще везет на наставников хороших. Там у нас был замглавврача по лечебной работе Мунира Худайбергановна. Также у меня была медсестра, мне дали очень опытную медсестру Раису Ивановну. И она нас так заботилась обо мне, и от нее я тоже очень много научилась. И потом получилось, я вот как бы говорила, когда у меня муж получил травму, то я познакомилась с поликлиникой МВД. И когда туда я поступила работать, тоже мои наставники, это вот Фируза Гулямовна, Бабур Хамидович, ну и, конечно, вот наша заведующая отделением была, сейчас она работает в санатории Узбекистан, это Ирина Маликовна Каримова.
Вот это наши тоже, это мои наставники все. Ну и, конечно, когда аттестовалась, я попала под шефство Азизы Рустамовны. Сейчас она начальник санатория МВД Узбекистан. Тоже учили, как работать, потому что аттестованная должность – это уже совсем другое, нежели просто терапевт. Я даже помню свою первую тревогу, когда нам позвонили и сказали, надо срочно ехать. Я даже удивилась, что надо ночью вставать и ехать. Это хорошо, у меня муж сотрудник. Мне Азиз Рустамовна звонит, говорит, давай, Гульшат, собирайся, приезжай на работу. Я говорю, а зачем? Она, быстро, давай, ты должна успеть. И у меня супруг говорит, ты что, давай, это тревога. И я вот помню, на первую тревогу меня супруг привез вот сюда на работу. Вот потом мы часто вспоминали об этом. Потом уже, конечно, как положено, как по маслу, на все тревоги сразу приезжали мы. Да, ну, вы понимаете, наша профессия, она сама как бы располагает к тому, что мы должны обращаться с больными очень бережно. И сложно, когда мы еще теряем больных. Да. Вот во время ковида у нас были, конечно, потери. Вот это очень, очень сложно воспринимать. Наверное, я так думаю. Мне было очень сложно. Ковид – это был, наверное, такой период для нашего медотдела. Было очень тяжело, но тем не менее я поразилась вот нашему коллективу. Мы дружно все боролись с этим злом. Нам помогало руководство. Вот в то время Азиз Анварович выделил нам 11 ДАМАСов для обслуживания, для выхода на вызовы, потому что у меня было всего 3 скорых. И мы круглосуточно обслуживали наших сотрудников, потому что в то время, как вы знаете, очень много врачей заболело. Нам была поставлена задача не потерять наших сотрудников, и мы и ночью, и днем, мои ребята ездили из дома, прямо их госпитализировали, старались обязательно госпитализировать, чтобы они не оставались дома. Ну, также во время ковида у нас была горячая линия, телефон. И мы практически, действительно, у меня так иногда получалось, что на телефоне оставалась я одна, потому что все уезжали на вызова. У нас вообще была объявлена казарма, и мы ночью плюс отвечали на телефонные звонки, потому что во время ковида очень важна была моральная поддержка, потому что у людей появлялся страх смерти, что он может задохнуться от нехватки воздуха, потому что все знали, что там поражаются легкие. И поэтому иногда бывало, часами разговаривали по телефону, успокаивали. Иногда они делали вызов, врачи не успевали, вот пока врач подъедет к этому больному, мы по телефону их успокаивали. Вот. Ну, вообще, во время ковида это было столько всяких случаев интересных. У нас был один случай, один сотрудник, он сейчас жив, здоров, на пенсии. У него было тотальное поражение легких. Тотальное поражение легких, он находился в стационаре, сатурация была очень низкая. Он был настолько синим, ему даже дали кличку «Баклажан». Вот, «Баклажан». Вот в таком состоянии. И его супруга очень переживала за него, и она попросила нас, говорит, дайте мне шанс увидеться с супругом. Мы поехали, уговорили главврача, чтобы мы могли, ну, вообще мы рассчитывали, что хотя бы пусть попрощаются, потому что нам сказали, что он практически может умереть. И вот супруга, когда зашла к нему, а мы очень переживали за нее, мы думали, что она испугается, сейчас увидев его, подождали ее, когда она вышла, мы говорим, ну что, она говорит, Гульшат Пулатовна, я буду бороться за него, мы будем бороться. И вы знаете, на следующий день, я вот это без слез не могу говорить, на следующий день у него сатурация поднялась у этого сотрудника, и он пошел на улучшение. Он тяжело шел на улучшение, у него там открылось кровотечение, но вот то ли вот эта поддержка супруги, то ли что ему помогало, я не знаю, он у нас выжил. Месяц его должны, как тяжелого больного, должны были перевести в Зангиотинскую клинику, но не захотел перевестись. Вот. И в конце вот это поражение вот до 15% спустилось. И он остался у нас жив. Мы думали, его на инвалидность отправим, а в конце для инвалидности даже признаков не осталось. Представляете? Да. И вот эта его жена,
она до сих пор приходит, они ко мне заходят. Если иногда я даже забываю его, он приходит и говорит: «Гульшат Булатовна, это я, баклажанчик». Mm-hmm. Вот так. Обычно мы вот так с ним обращаемся, шутим. И жена у него, ну, не знаю, я восхитилась его супругой. Говорила, она, оказывается, ему сказала, что она без него не проживет. У них две дочки были. Что кто, как она одна с ними справится? И знаете, эта женщина мне тогда сказала: «Гульшат Булатовна, скажите, что нужно делать? Какие лекарства? Деньги я найду. Лишь бы он остался жив». Мы вот вместе, вот она узнавала, допустим, что-то. Можно я вот это вот? Ее только один раз, правда, пустили в этот стационар, больше не пускали. Ну и этого было достаточно, чтобы человек почувствовал нужность, да, свою, как бы, значимость. Вот. И это не один случай. У нас еще были больные, которые... Вот вторая волна ковида была, и у нас двое тяжелых больных было в Зангиате. И мы туда вот с начальником поликлиники, с моим замом, мы туда ездили практически через день и говорили: «За тебя все переживают, за тебя переживает наш генерал, за тебя переживают твои руководители». И вот они потом, когда вышли, они сказали, вот благодаря этому, говорит, мы и вот чувствуя эту поддержку. Ну, вот нужно отдать должное вот нашему Айзенбарчу, он контролировал все. Он всех тяжелых больных знал вот наравне со мной. Я каждый день ему докладывала, что у нас вот этот тяжелый больной. Благодаря этому очень много больных у нас выжило, потому что они все оставались под строжайшим контролем. В Зангиате был реаниматолог Петр Георгиевич. Он вытащил немало наших больных. И когда мы сказали Айзенбарчу, вот этот Петр Георгиевич вот нам помог вытащить там вот этих больных, он сказал: «Давайте, говорит, объявите благодарность». Ну и мы, помню, вот нам памятные подарки от ГУВД мы отвезли, одели торжественный китель, поехали, вручили им благодарности. Они были очень тронуты таким вниманием. И дальше вот мы, ну, как сказать, ну, как-то сдружились с ними. Вот. Ну вот так у нас вот ковид и прошел, вот в таких заботах, да, очень много моих врачей, они трудились в этих госпиталях ковидных, вот, сотрудники мои полностью там работали, слава Богу, у нас ни один врач, болели все заболели, но, слава Богу, ни один врач у меня не умер. Ну, были тяжелые практически, у меня два врача находились практически при смерти. Ну вот то же самое, вот моральная поддержка. Мы не знали, ну, чем мы могли помочь, только морально. Писали: «Держитесь, мы о вас все думают, держитесь». У одного врача даже вызвали родителей, она была из Самарканда, и даже говорит, родители хотели вызвать, потому что думали, что она умрет. Но остались жить, вот. Учитывая, что я руководитель медицинского отдела, а в медицинский отдел у нас входят три подразделения. Это поликлиника, военно-врачебная комиссия и центр санэпиднадзора. У каждого отделения свои, как бы, функции. Поликлиника, она оказывает лечебно-профилактическую помощь прикрепленному контингенту. Дневной стационар. Там у нас лечатся больные, которые не требуют круглосуточного наблюдения. Обследование лабораторное. Проведение профосмотров – это все поликлиника. Второй мой отдел – это военно-врачебная комиссия. Она занимается проведением медицинского освидетельствования при приеме на работу в органы внутренних дел, при поступлении на учебу в высшее учебное заведение органов внутренних дел. Также они проводят медицинское освидетельствование при получении травм, на определение степени тяжести травм. Тяжелых больных проводим медицинское освидетельствование для решения вопроса о продолжении службы. Вот. Дальше центр санэпиднадзора. Они, у нас очень много объектов. Они проверяют санитарное состояние объектов. Это санитарные врачи проверяют. Плюс при выявлении какой-то инфекции эпидемиологи выезжают на этот объект, проводят эпид-расследование. То есть здесь в медотделе очень-очень обширная работа. 25 октября, к Дню сотрудника органов внутренних дел, я удостоилась чести получить награду «Соглом Турмуш». Конечно, было очень приятно, что
Я, конечно, благодарна нашему руководству, что они выбрали мою кандидатуру на эту награду правительственную. Но я даже, можно сказать, прослезилась. Было очень приятно, что твой труд отмечают, что замечают твой труд, ценят. Это, конечно, не только награда мне, это всему моему коллективу. В моей семье, ну, получается, у меня муж сотрудник органов внутренних дел, у меня двое детей, сын и дочь, они у меня пошли в область информационных технологий, они у меня закончили тату, вот, и работают в этой сфере сейчас. Я счастливая бабушка 4 внуков, да, у меня 4 внука, вот, вот, то есть мне вообще в жизни, я считаю, что я вообще счастливый человек, потому что у меня очень хорошая семья. Семья – это моя гордость. У меня живы родители. Папе 86 лет, и он до сих пор работает. Работает в пединституте. У меня жива мама, жива-здорова. Она сейчас, конечно, отдыхает. Мама моя вообще очень сыграла большую роль в становлении как врачом. Когда я училась, я была уже замужем, как бы родила ребенка, и моя мама ради меня бросила работу и помогала мне смотреть за ребенком. Вот. Ей 79 лет, на следующий год ей будет 80, юбилей. Я живу со свекром, ему 90 лет, он тоже химик. Мой папа, если по начертательной геометрии, он профессор, а свекр у меня профессор, доктор химических наук. Вот. Вот мы вместе живем, он тоже меня во всем поддерживает. Ну, вы знаете, все-таки женщина на руководящей должности, это практически я дома-то и не бываю. Но он молодец, он всегда меня поддерживает. Если бы не поддержка семьи, я бы, может быть, ну, не состоялась как руководитель, я не знаю, как сотрудник, потому что для женщин очень важна обстановка в семье. Я когда прихожу домой, я забываю обо всем, обо всех неприятностях, обо всех трудностях, потому что дома уже совсем другая аура. Поэтому вот еще молодым, да, беречь свои семьи. Всегда все-таки семья – это очень важная часть человека, это важное что-то для человека, я так думаю. Что бы я посоветовала? Во-первых, врач должен быть готов, что он как бы… У него будет ненормированное рабочее время. У него все это всегда практически, если он хочет стать хорошим врачом, он должен учиться хорошо. Он должен уже как бы жертвовать своим каким-то личным временем для больных, для оказания им помощи. Практически они все время должны быть, как сказать, в тонусе, что ли, врачи, да? И, то есть, случайных людей в профессии врача не должно быть, потому что это все-таки связано с заботой о других людях, да, и если ты оставишь это где-то на полдороги, да, что станет с этим больным? Конечно, это труд, очень большой труд, поэтому я считаю, что врач должен быть умным, добрым, заботливым, наверное, вот такие пожелания. И если выбрал профессию врача, то ты должен быть готов к тому, что ты будешь всю жизнь учиться. Всю жизнь. Ну, во-первых, в День медицинского работника хочу поздравить всех медицинских работников с этим праздником. Пожелать, конечно, прежде всего им здоровья. Здоровья, семейного благополучия. Чтобы не было тяжелых дней. Чтобы были только благодарные пациенты. Ну, чтобы в их семьях всегда царил мир и покой. Ну и, конечно, больших успехов в их деятельности, больших профессиональных достижений.